Я с Узбекистана пришел 2 года назад, Абдулле Бабаджан Мамасалиевич. И вот на водку попались, и вот получается жизнь такой. Вот пьем. Получается, а куда я пойду, там тоже, вот которые пьющие, пьют. И до утра еще выпьют, да. Ну, получается, где попало жить, там, где-то в подъезде или на машине какой-то сломанной. Ну, получается, зимой тоже трудно. Ну, как-нибудь постараться хочу, но друзья все пьющие у меня такие. Помогите, Господи, ничего не ел. Пожалуйста. 2 дня ничего не кушал. Пожалуйста.